Сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской Артем не перестает удивлять публику. Мальчик каждый день придумывает что-то новое. Поклонники Преснякова уверены, что ребенок сильно похож на певца. Недавно супруг Натальи заснял видео, на котором мальчик весело танцует под музыку. В видеоролике он приглашает маму на танец повторять за ним незамысловатые движения. Поклонники оставляли только добрые комментарии. Невооруженным взглядом видно, что сын артистов вырастет талантливым человеком и реализует себя в творчестве. Он же танцор, классно музыку чувствует. Колбас расколбас, срочно нужно его в ТОДИС. Это же артист растет. Ему нужна сцена и зритель. Весь в папу, писали подписчики. Многие отметили, что Артем растет вылитой копией своего знаменитого отца. Пользователи сети уверены, что мальчик унаследовал от родителей только лучшие качества. Но вылитый Владимир Пресняков в молодости повторяет за папой, который в юности брейк-дансом занимался, зажигательные танцы, хореограф в семье подрастает. Отлично двигается, а маме у сына учиться надо, писали поклонники. У сына Преснякова хорошее воображение и ему никогда не скучно. Он может на ходу придумать интересную игру, которая рассмешит взрослых. Недавно он примерил брюки отца и заявил, что так ходят исключительно супергерои. Артем часто организовывает родителям игру «Говорящий чемодан». А еще Артем любит изображать своего отца. Пока Наталья и Владимир не пытаются привить любовь к музыке. Они сошлись во мнении, что ребенку нужно дать время вдоволь насладиться детством. Сын звездных родителей растет общительным мальчиком, который находит общий язык со всеми. «Я занимаюсь футболом, правда, не с папой. В детский садик иногда приходит тренер. Вот с ним играем, учимся. Папу я вообще редко вижу, он меня из садика только раз забрал и больше не забирал. Так что хожу с мамой, когда у нее выходной, с няней или еще с кем-то», — поделился наследник Владимира Преснякова.